Вот вас я не проверял. А проверяйте, пожалуйста, я чист, как стеклышко. И трезв. Абсолютно. Водкой пахнет. Ну, водка я и лечусь. Вот. Никакого поветрия благодаря водке. Вот ваше лекарство найдено. Благодарю вас. Пойду изготавливать водку. Ой, бляха-муха. Ой, пипец. Нафига я тут работаю? Мне 10 тысяч, блин, месяц платят. Здравствуйте, товарищ охранник, я уборщик. Я понимаю, пойдемте, я вас спасу, наверное. Что? Тут первый день, блин. Тут уже полный пипец происходит. Слушай, гранаты нету. Что вы делаете? Я пытаюсь ее убить. Кажется, она паралич. Приличие. Пока позанимайтесь, а я пойду помою. Давай. Да ты за... Заражен. Нет, я не заражен. Знаете почему? Потому что вот. Заражены, от вас несет. Доктор, смотрите, что я сделал. Вот вы говорите, что от меня веет поветрием, правильно, да? Правильно. Я взял, короче, аптечку. И просто вытянул с помощью нее из себя все поветрие, которое было. Теперь абсолютно здоров, но от аптечки воняет, вот нать. Предмет должен быть уничтожен. Да. Правильно, поветрие должно быть уничтожено. Ни слова по-русски. Умри, поветрие, умри! Стреляйте, пока оно не выветрится, или что там с ним должно случиться. F10 переключается на секретного лукавца, тут слишком много модусов, слышим, вызываем подкрепление. Битва экономик просто. А хочу сообщить, что с 1 по 10 мая у нас на серверах работают скидки в целых 40%. Также на сайте стал доступен радужный префикс, а на серверах появилось целое множество крутых плагинов. Говорит командир отряда Миски 11, вызываю подкрепление МОГа. Сука! Говорит командир МОГа, вызываю подкрепление МОГа. Надо очень срочно, МОГа-МОГа. МОГа-МОГа? МОГа-МОГа. Вы это остальных подождите. В чем? Мы с тобой вдвоем остались? Да, Таш, ты что-то хочешь предложить? Я ж не знаю. Не, ну ты говори, я ко всему открыт. Там 939. Ты что, сука, блядь, а? 939, назад. Говорит командир, новоприбывший. Я вам жопы спас, сука. Вы теперь проставиться должны. Черт побери, у меня весь обвес с оружия пропал. Где мой коллиматор Эсоп за $500? Какого хуя? Так, давайте по чесноку. Ну кто мне спиздил мой коллиматор? Ну сволочи же, а. Да, а дайте кто-то планшет, пожалуйста. Все, я готов, пацаны. Ау. Походу их съели. Мне, блядь, на задание вот эту хуйню, блядь, дали. Это Тарас Моисеевич. Вы там как, чё вас наш? Жмыхнуло, да? Пойдемте. Че ты за мумия у нас слышишь? Кучку. Я не вижу сквозь вас. Сталкер оружие убрал. Оружие убрал, сталкер. Сталкер оружие убрал. О, господи! Открой это дерьмо, открой это дерьмо. Ученый копченый. Сюда, сюда. Я обосрал. У меня есть такая карта. Блин, фу, а то я думаю, воняет что-то. Поедешь на другом лифте, давай, вали. Че он там задохнется? Бляха, муха, да что ж такое? Там была большая крокодила, и она по улице ходила. Твою же, сука, мать, да че их тут несколько видов, что ли? Че это за зоопарк? Спасите! Стоять. Да нет, не стоять! Ой. О, дед вышел на свободу. Слышь, ну давай договоримся, а? Он понял, что я слишком тяжелая мишень. Ну мне парни. Ну чё, давай пофлексим, да? Не предугадаешь меня. Чёрт! Ненавижу деда. О, о! Я выбрался из подземелья деда. Беги! Да что ж такое, я только выбрался из него. Это мы там с коллегой заперли до класса 106-го. Я уже слышу. О нет, нам тут и конец, братан. Он исчез? Адьос. Адьос. Здорово. Ребята, вы живы, вы живы. Дед устранен. Вы живы. Да. Как вы, блядь, выжили? Я выбрался из подземелья. Опа-на! Сдаюсь. Ёб твою мать! Быстро радость победы сменилась с огорчанием. Твою, сука, мать!
Я сдаюсь. Точно? Точно, сдаюсь, там кое-что пострашнее. Сдаюсь, точно, выживем. Если что, убьем пленных. Ну мы не пленные, правильно, мы свои. Мы не пленные, мы свои в доску, правильно? Короче, был такой SCP 933, ой, не помню, короче, дед называется у нас в комплексе. Ну, значит, он выбрался и, короче, меня затащил в подземелье вот это. Я там направо, налево пошел, потом, короче, на юг 100 метров и вышел. И поставил, короче, я тогда кучу отложил, куда нужно идти, чтобы выбраться. Звучит так, как будто он пиздит. А мы как тут постоим и мирно на вас постреляем. Чего вы нас тогда тут держите? Охраняем. От кого? От врагов? Да. А мы можем тоже себя охранять? Дайте нам оружие, мы будем помогать. Да не, мы сами как. Вы прям сильно о нас заботитесь, да, как я вижу? Да, мы сильно, мы вас любим. Знаете, почему таблетки белые? А чё? Потому что они полезные. Я тоже могу помочь. Блин, извини. О, здравствуй. Вы живы, блядь, заебись. Знаешь, эти чуваки мне даже понравились. Они нас защищали от всякой херни. А вы их гранаты подорвали. Ну как так, а? Пошли искать заместителя. Да он, наверное, в отпуск уехал. Да не, он сегодня не работает, я сегодня вот смотрел в Вайбере. Давай ему напишем Шинпидер, сейчас, секунду. Как заместителя зовут, скажи? Вася Купкин. Так, ага. Ты пи до р. Все, нормально. О, да класс, какого хрена? О, вы откуда? Опа, откуда оружие? Развернулись, почему? Стабильное оружие уходит. Ох, твою штука, маму! Помогите класс. У него что-то там заело. Помогите! Помогайте классу. Открывай, закрывай! Он труп, я тебя выведу. Да. Был ученый, нет ученого. Ученый хуй копченый, как говорится, да? Пацаны, я лучше всех вооружен, у меня пистолет. Я пойду первым. Понимаю. Стоять, сука, я сейчас как пью, сейчас как бах. Где? Вот она. Нахуй ты его убил, придурок! Есть антивирусная камера? Кого? Что? Нет. У нас вирус в комплексе, у нас камеры работают. Я могу фонарик только дать. Нихера себе. Бегите! Я, пожалуй, постою. Хотя нахуй так стреляет. Да что ж такое, как он нас видит? Хрена себе, слушай, там глушитель размером само оружие. Да отошли! Отошли, быстро, отошли, назад. Да ты чё, чёрный, чё ты отходишь-то? Я испугался. Да, давайте, все туда, все в карцер, Ребята, у меня есть для вас задание, короче, хотите на свободу? Да. Так, распределились по вот этим четырем углам. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, там. Держи конфетку, заслужил. Обратно встал, да, в угол встал. Кушай конфетку. Кушай конфетку. Струченные стекла ненадежные. Ученый, помоги мне. Помогу. Я сдохну тут. С чем это конфета? Наркотики? Да, немножко. Наркотики это зло. У него бомбический вкус. Уйди от меня. Нихуя себе. Меня аж заложило уши. Меня аж пролагал. Чилды были. Просрочен. А этого-то как убил, он дальше всех был. Добрый день. А, бляха, муха, он на черный, он ёбнутый. Блять, вы это открыть не можете, серьёзно. Старайся, блять. Я пытаюсь. Сзади SCP, дядя Ансер. Вас кусают, дядя. И футболочку желательно, дуду. Блять, иди нахуй. А ну иди сюда. Пиздец, микрочелик, блять. Идите сюда. Ебать. Привет. Давай как-то, блядь, без этого, а? Ага. Да иди ты нахуй. Пошел нахуй. Вася, иди в жопу. Ну давай без вот этого, а? Я так просто не сдамся. Я буду мансить до последнего, ублюдок. Здорово. Спасибо, спасай! К стене! Нет! Убегаем! К
стене! Да ладно! Да потратим к стене! Я вот этот, короче, убираю все! Я свой! Группу бери, говорю! Я настроить уборщик ты или нет? Да там жопа сзади, блядь! Да мне плевать! Потом проверишь, я уборщик, Рили! Ну давай, ты что, добрый день, видите, короче, у меня карточка, вы больны, да? Поветрием. Да ты охуел, что ли? 49 плюс 49.2. Нету там 49.2, пиздит. Твою, сука, маму. Открой дверь, лифт. Ой, бляха, муха, о. Ну пиздец, конечно. Я его завалил, я его замочил. Молодец. Сам, чисто сам, просто рукопашный замочил. Прикладом дал, поебал, он сразу плакать начал. О. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Блять, я сейчас убью всех! Стали на месте, на месте стали. Толкан, быстро в толчок. На, я хочу стать таким, как вы, помогать вам. У тебя работа на корм пойти. Космическим угрям каким-то. Я убил всех этих людей. Сколько смерти? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блять, семь человек. Восемь, нормально, гидать что-то весело. Киборг, убийца. Блять, забери эту пушку, я, блять, не хочу ее видеть. Блять, тут еще один, он все увидит, убей его. Они нас убьют, понимаешь, как только мы отвернемся. Эти оранжевые нас всех убьют. Подумай о нас. Мы уже убили восьмерых. Два или три трупа ничего не решат, понимаешь? Да я... Он все расскажет. Он ничего не расскажет. Куда нам идти-то? Лучше закрой глаза, Дэшник. Да, закрой глаза. Сейчас мы тут закроемся. Блять, тут походу мой союзник поработал. Это не Даши. Блять, он как будто хуй живет, я ничего не понимаю. Бля, нам бы тебе было по оружию неплохо найти. Да нормально. Ну будешь карточкой резать, подбегай, короче, и по шее. Давай сейчас будем заострять. Давай заточим, короче, об что-то. Да, вот тут, по-моему, заточить можно, давай. Давай, точи. Ебать, а нас не привлекут за изготовление холодняка. Сейчас смог бежит, блядь, короче. Ты там ходишь, ты о чем? О. Ох, бляха, ух! Просто забей! Бегите! Я слышал, так один человек из измерения деда выбрался. Да? И как он потом? Нормально жил? Вон он, один из них. Человек посрать решил, короче, герой. Выбрался из деда, но не пережил меня с пистолетом. Стоп, так мы тут были уже. Да я не... Мы потеряли. Ну что я тебе должен сказать, а? Свои я спасся! А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.